Ну? Мы находимся в глубине лога Тюменки. Тут прям такой порожек. И она так шумит весело. Там, где мы чистили, сегодня ирисы высаживали, там меленько. А здесь прям так вообще поток такой бурный. Классно. Мы подводим итоги сегодняшнего мини-субботника. Это третий субботник, на двух из которых я сегодня была. 15-го и сегодня. Сегодня мы облагораживали территорию. Здесь еще колеса остались. Их обязательно будут выкорчевывать. Очень красиво. И главное, прохладно здесь. И комариков нету. Классно. Работают. Надежда.